Мне кажется, что FIFA и UEFA — это непоследовательные такие организации. Мы видим кейс с Израилем и с нами. Мне вообще эти организации сейчас не интересуют, я в России. Ну да, но просто нас они отстранили, мы нигде не участвовали. Отстранили, что нам теперь плакать, что ли, или что? Ну, лишили нас главных европейских турниров. Мудаки, что? Что я могу сказать? Но, тем не менее, Российский футбольный союз находится в ожидании. Ну, потому что, естественно, они в нейтральной позиции, потому что мы, в принципе, не можем сказать ни нет, ни да. Если бы нас в Азии завтра приняли, естественно, я думаю, никто бы не думал, перешел в Азию. Но, опять же, там такие же там японцы какие-нибудь откажутся с нами играть, и что нам опять делать? Мы здесь разорвем все связи, и нас туда не пустят. Но это тоже бредовая ситуация.